вкусные блинчики. Это последний. Еще посыпка. И глазурь. О, да. Вот это другое дело. Мое любимое блюдо. Вот и все. О-оу, она сейчас упадет. Нет. Падаем. Что? Что произошло? Это твоя вина. Что за... Где мы? Мне страшно. Давайте веселиться. Что происходит? Где Джакс? Неважно. Вот ваше первое задание. О, попкорн. Но нужно надеть прихватки. Это усложняет ситуацию. Но я попробую. За работу. Я чувствую вдохновение. Что происходит? Хорошее начало. Это ты так думаешь? Эй, зачем ты это сделал? Хватит! Нет, я балуюсь. Ути-пути! Апчхи! Старый добрый розыгрыш. Она ни о чем не догадается. Подождите секунду, это ужасно. Вот что мне нужно. Теперь я могу перевернуть свой блинчик. Посмотрим, что получилось. Нет, это ужасно. Это ты виноват. Ты испортил мой блинчик. Этого я и хотел. Я попробую снова. Начну с коробки. Я нарисую контур. Отлично. Я разделю его на секции и заполню их. Я начну с белой смеси для блинчиков. Затем возьму красную. Пахнет так вкусно. Как только это будет готово, я могу приступить к попкорну. Я сделаю волнистый узор. Вот так. Мне нужно сосредоточиться. Я не могу снова ошибиться. Я буду использовать желтый цвет для попкорна. Я распределю смесь по волнистому узору. Но мне нужно работать быстро. Блинчик уже готовится. Вот и все. Посмотрим. Вау, ничего себе. Это идеально. Я хочу посмотреть. О, конечно. Что скажешь? Неплохо, очень неплохо. Ты отлично справилась. Ты выиграла. Ура, я так счастлива. Алло? Вы мои лучшие подружки. Нужно устроить чаепитие. Эй! Что? А как же челлендж? А, сделай мне куклу. Сейчас. Мне нужно подумать. Кукла должна выглядеть потрясающе. Я начну с шляпы. Это идеальный аксессуар. Затем я нарисую волосы куклы. Она будет такой модной. Все модели будут ей завидовать. Посмотрите на эти серьги. Я даже завидую. У нее будет самое красивое платье. Вау, отлично. Я чувствую себя художницей. Нет, дизайнером. Что дальше? А, волосы. У куклы будут длинные локоны. Теперь я могу добавить цвет. Сначала я буду использовать белую смесь для блинов. Я нарисую точки по всему платью. Это будет потрясающе. Пора сменить цвета. Помада тоже будет розовой. Затем я раскрашу шляпу. Мне нравится. Это идеальный цвет для волос. Как будто она только что вышла из салона. Она будет выглядеть фантастически. Волосы готовы. Теперь я дам блинчику приготовиться. И аккуратно переверну его. Я не хочу его сломать. О, осторожно! Что за... Эй, осторожнее! Извини. Покажи мне свой блинчик. Та-да! Не очень хорошо. А просто прекрасно! Ты молодец! Я так счастлива! Пора показать тебе фокус. Выбери карту. Ну не знаю. Хорошо, тогда выберу я. Вот эту. О, мне это не нравится. Подождите, я думала, что отправлюсь в тюрьму. Посмотрим. Мне нужно их надеть? Ага, именно так. Хорошо, я сделаю это. И что теперь? Нарисую автопортрет.
Хорошо, это мне по силу. Я будто буду смотреть в зеркало. Начну с глаз. Это не так-то просто сделать в наручниках. Но я постараюсь. Все идет хорошо, но я не могу остановиться сейчас. Нужно продолжать. Я нарисую волосы. Надеюсь, они получатся красивыми. Теперь я займусь глазами. Добавлю немного синей смеси. Я заполню остальные треугольники красной смесью. В наручниках это сложно сделать. Отлично. Вау, это будто мой близнец. Где блинчик? Сюрприз, вот он. Вау, не может быть. Даже жаль его есть. Это произведение искусства. Думаю, я сохраню его. Это просто потрясающе. Ах, вот это жизнь. Ничто не сравнится с изысканной кухней. Этот стейк выглядит очень аппетитно. Подождите, что это за шум? О-оу, облом. Привет, как дела? Знаешь что, я тебе помогу. Что? Что ты делаешь? О, смотри, он просто отвалился. Не могу поверить, что ты это сделала. В эту игру могут играть двое. Нет, не смей. Попробуй остановить меня. Я хочу все. Очень вкусно. Я знаю, он такой воздушный. Какие отвратительные манеры поведения за столом. Только не в моем ресторане. Я должен это прекратить. Хватит. Где мы? А, это ты? Добро пожаловать на кулинарный челлендж. Муа. Ладно, звучит неплохо. Да. Готовы к первому заданию? Я хочу, чтобы вы приготовили тост. Это просто. За меня готовят повара. Но насколько это сложно? Подождите, это обычный хлеб. Что мне с ним делать? А, это так несправедливо. Эй, мне нужна ваша помощь. Ага, точно. Этого должно хватить. Приятно иметь с вами дело. Вы хотите большего? Серьезно? Но у меня остались только драгоценные камни. Надеюсь, этого достаточно. Это не должно занять много времени. Оу, как много тостов. Не может быть. Это же башня. Я тоже могу это сделать. У меня мало денег. Паук. Вот, возьмите. Приготовьте мне тост. Это все? Серьезно? Ну ладно. Так вкусно. Ты не умеешь себя вести. Смотри, я не собираюсь намазывать маслом свой тост. Я хочу добавить немного гламура. Это будет самый дорогой тост в мире. О, ему определенно нужно немного золота. Этот тост стоит больше, чем я. О, у меня есть идея. Я нарежу хлеб на мелкие кусочки. Занятие карате приносит свои плоды. Достаточно. Теперь я буду их складывать. Осторожно, одна ошибка, и все испорчено. Это похоже на игру в Джангу. О, нет! Почему? Это так несправедливо. Возможно, я все же смогу это исправить. Упс, прости. Ты только что ударила меня сковородкой. Неважно, я почти закончила. Нужно выложить хлеб на сковороду. И увеличить температуру. Кусочки хлеба нужно постоянно перемешивать. Я не хочу их сжечь. И особый ингредиент. Какао-порошок. Я немного посыплю им хлеб. Отлично. Как вкусно пахнет. Я думаю, что все готово. Теперь можно снять сковороду с плиты. Я высыплю хлеб в миску. Сковорода мне больше не нужна. Теперь мне понадобится стакан молока. Оно прохладное. Я вылью его в миску. Не слишком много. Я не хочу, чтобы хлеб размок. Как у тебя там дела? Посмотри. Это шедевр. Здесь есть все, что мне нравится. Да, это точно. Оу. Тик-так, дамы. Покажите мне тост. Я думаю, вы будете довольны. Очень интересно. Совершенно разные стили. Подождите-ка. Это золото? Я никогда не видел ничего подобного. Мне нравится. Очень. Я знала. Я очень горжусь этим. Браво! Молодец, Джина. А теперь проверим. Мы не будем это есть? Нет. Я буду. Обожаю свою работу. Вот так. Это вкусовая сенсация. Мне нравится. Фух, какое облегчение. Вкус такой шоколадный. А молоко? Вау, пришло время для блюда номер два. Ням. Это восхитительно. Отличная работа. Вау, мои глаза. Я всегда хотел иметь ослепительную улыбку. Прекратите. Прошу внимания. Теперь я хочу, чтобы вы приготовили мне освежающий экзотический напиток. Нужно подумать. Поехали.
Что мне делать? А? Это дерево всегда там было. Да какая разница? Это как раз то, что мне нужно. Свежий гранат. Это просто прекрасно. Мне нужно раскрыть его. Это сложно. Прошу тебя. Мне нужно позвонить. Алло? Да, мне нужно сделать заказ. Вау, вы уже здесь? Вы заказывали молоко? Как быстро? Свежее парное молоко. Муа! Это просто белое золото. Это как раз то, что мне нужно. У меня на него большие планы. Вы ничего не забыли? Это не бесплатно. О, прошу вас. О, блестит. Звоните в любое время. Пока. До встречи. Это жульничество. Я очень злюсь. Вау, я сделала это. Фух, я устала. Нужно вынуть зерна и положить их в этот пакет. Осторожно, они мне все пригодятся. Это значительно облегчит работу. Осталось только запечатать пакет. Я не хочу испачкаться. И теперь я могу избавиться от стресса. О, это приятно. Сок так легко выжимается. У меня уже слюнки текут. Будет очень вкусно. Кажется, это все. Только посмотрите на этот цвет. Я очень довольна. Пора наливать сок в стакан. Все до последней капли. И, наконец, соломинка. Как дела? Я вылью сгущенное молоко на тарелку. Оно такое густое. Что дальше? Золото делает все лучше. Дайте-ка подумать. Это должно помочь. Мне нужно немного посыпки. Я всегда держу под рукой золотой слиток. Никогда не знаешь, когда он понадобится. Этого должно быть достаточно. Этот стакан такой простой. Нужно его преобразить. И я так, кто сможет это сделать. Я окуну его в сгущенное молоко. Нужно, чтобы ободок был им покрыт. Вот так. Затем я отправлю стакан в золотую стружку. Она останется на молоке. Отлично. Вау, какая прелесть. Иногда я сама себе удивляюсь. Но это еще не все. Я налью молоко в стакан до самого верха. Я добавлю еще кое-что. Немного специй. У меня есть особая золотая корица. Это большая редкость, но я пользуюсь только самым лучшим. Я знаю, ты мне завидуешь. Нет. Что ж, думаю, сейчас мы узнаем, кто приготовил лучший напиток. О, вы закончили? Коктейль выглядит просто, но я уверен, что он очень вкусный. Ты собираешься удивить меня, Элли? Посмотрите на этот коктейль. Он кремовый, золотистый и такой нежный. Отличная работа. Вы обе продолжаете меня удивлять. Я выпью за это. Ура! Хочу попробовать. Очень вкусно. А золото так освежает. О, на вкус словно тропический рай. Очень вкусно. Нужны еще пузырьки. Откуда это взялось? Настало время десерта. Что мне с этим делать? Я знаю. В атаку! Почему не получается? Я не могу позволить тебе сделать это. Посмотри на мое кольцо. Вау, на мне оно будет смотреться великолепно. Дай сюда. Нет, ты такая жадная. Это необычное кольцо. Круто, да? Мы можем использовать его, чтобы разрезать арбуз. Ты что, шпион? Это самая крутая вещь, которую я видела. Не может быть. Да, твоя идея намного лучше. Мне нужно достать мякоть. И у меня есть подходящий инструмент. Какой он сочный. Я достану мякоть из одной половинки и смогу наполнить ее арбузными шариками. В этом есть что-то такое расслабляющее. Мне очень нравится. Еще один шарик. Этого должно быть достаточно. Я бы съела все это прямо сейчас. Посмотри, Элли. А? Что? О, очень круто. И крутись. Теперь вы под гипнозом. Теперь я под гипнозом. Вот это да, сработало. Вы приготовите мне десерт. Ага. Я жду. Можете на меня рассчитывать. В эту форму я добавлю зеленое желе. Я заполню каждую форму на треть. Затем я дам ему застыть. Теперь можно украсить его белым желе. С этими бутылочками работать стало еще легче. Я снова заполню форму на треть. И оставлю желе застывать. Наконец, мне понадобится красное желе. Десерт получится очень ярким и вкусным. Желе снова должно застыть. Теперь я извлеку его из формы. Арбузное желе. Я кулинарный гений. Это для вас. Вау, давайте. Да, госпожа, держите. Вау, так круто. Да, что я могу сказать? Это очень тяжелая работа. О-оу. Подождите, вы сделали это для нее? Так нечестно. Что случилось? Я как будто отключился.
Я не знаю, о чем вы. Пора оценить наши десерты. Дайте-ка я посмотрю. Где-то я это уже видел. Но мне нравится. У тебя талант. В следующий раз ты будешь судьей. А что у нас здесь? Миска с арбузом. Просто, но эффектно. Я так горжусь вами обеими. Поаплодируйте себе. Я с тобой не разговариваю. Не огорчайся. Эй, Джина, это тебе. А, правда? Я надеялась, что ты предложишь мне попробовать. Очень вкусно. Я очень рада. А, что-то в ухе застряло. О, ю-ху. Это нечто особенное. Я хочу, чтобы вы приготовили сэндвич. Я могу это сделать. Эй, это мое. Отпусти. Я серьезно. Я первая его увидела. Вау, ты сильная. Осторожно. Оу, а получилось неплохо. Да, кто бы мог подумать. Мне понадобится еще несколько вещей. Все необходимое я храню здесь, на всякий случай. О, это так мило. У тебя есть золотое яйцо? Да, видела бы ты эту курицу. Внутри есть кое-что особенное. Смотри, это икра. Моя любимая. Это похоже на конфеты. Вот только стоит она гораздо дороже. Мне не нужно много. Я намажу ее на хлеб. Выглядит так аппетитно. Что ты будешь делать? Это классика. Мне нужен только кетчуп. Вот так. Пора запачкать руки. К счастью, я их помыла. Прямо как мама готовила. Я не буду это есть. И заканчиваем. У меня хорошее предчувствие. Правда? О, икра. Впечатляет. И подача отличная. Подождите секунду. Что это? Вкусный кетчуп. Вы меня балуете. Мне нужно их попробовать. Давайте сюда. О, хорошо. Это мой счастливый день. Диете конец. А какой я должен съесть первым? Попробуйте мой. У меня есть идея получше. Я пробую оба. Отлично. Нужно добавить это в свое меню. Невероятно. Хорошо, что вам нравится. Хочешь попробовать икру? Зачерпни немного. Поверь, тебе понравится. Это прекрасно. О, невероятно. Неплохо, да? Вау, мне нравится. Я хочу еще. Это старое украшение? О, кажется, мы отвлеклись. А теперь возьмем торт и украсим его. О, звучит забавно. Этот торт уже выглядит довольно аппетитно. Но у меня тут только пачка печенья. Хорошо, у меня есть план. Я уберу этот кусок. Мне это не нужно. Не выбрасывай его. О, хочешь забрать? Держи, вот. У меня слюнки текут. Ух ты, это я тоже могу взять. И многое другое. Я возьму это. Я возьму все. И это тоже. Как насчет шоколадной пасты? Вау, она там крепко держалась. Баночка маленькая, но ты можешь ее забрать. Ух ты, спасибо большое. Это так мило. О, я ждала этого. Эй, сюда. Моя посылка у вас? Что бы я без вас делала? Пока. Я так ждала эту посылку. Эту вещь трудно достать. Вау. Это прекрасно. Это то, что я думаю. Вау, как тебе удалось? Я знаю нужных людей. Золотая шоколадка. Но подожди, это еще не все. Как здорово. Мой торт станет таким гламурным. По одежке встречают. Это прекрасно. Я знаю, немного чересчур, но кого это волнует? Я придумала. Мне нужны сливки. Я покрою ими печенье. Сливок много не бывает. Отлично. Хорошо, что теперь? А, шоколадная паста. Она может занять почетное место. И все готово. Я бы это точно съела. Мы готовы. Вау, сколько золота. Такой реакции я и ждала. Я хотела, чтобы этот торт отражал мою индивидуальность. Не думаю, что это комплимент. А Джина, вау, я потрясен. В хорошем смысле? Конечно, у тебя талант. Я восхищен обеими. Браво, честное слово, браво. Думаю, мы закончили. Пока.
Как он это делает? О, торт! Давай съедим его вместе. Мы что, стали лучшими подругами? Я думаю, да. Я пообещал, что не буду плакать. О, нам обязательно нужно погулять. Вау, пора украсить тортик. И этим я должна украшать торт? Целая куча сосисок? Так неинтересно, я не в восторге. В любом случае, я попробую. Кстати, очень неплохо. Какая вкусная сосиска. Ладно, пора приступить к украшению. Я просто прикреплю их вокруг торта, вот так. Еще парочка и готово. Я закончила. Не слишком впечатляет, но могло быть и хуже. Теперь посмотрим, что у меня. Класс, никаких сосисок. Полная тарелка конфет. M&M's лучше подходят для украшения. Пора мне начать работу над тортом. Первая конфета, а теперь остальные. Та-дам! Я тоже хочу конфет. Но у меня есть идея. Аккуратно разрежу сосиску с помощью ножниц. Ну вот, выглядит отлично. Ей самое место в середине торта. Эй, получилось неплохо. Пора нажать еще раз. Так, теперь у меня куча перцев. И что мне с ними делать? О, кажется, они острые. Прикреплю-ка я их по краю торта. Хотя бы цвет красивый. Ярко-красный бросается в глаза. Ну вот, мне даже нравится. Что мне сделать с последним перчиком? Никуда не подходит. Теперь моя очередь. Ура! Мне попались маршмеллоу. Гораздо лучше сосисок. Украшу ими верх торта. Какие они мягкие и свежие. Готово. Но остался один маршмеллоу. А знаешь что? Мы же можем просто доесть остатки. Думаешь, возможно? Он и правда собрался есть. О, божечки, как остро! Да ладно, отличная возможность для меня. Эй, а направь свой огонь на мою зефирку. О, да, какая поджаристая. Воу, это был острый перец и много огня. Мягкая и вкусная. Вот бы мне маршмеллоу вместо перца. Снова пора нажать на кнопку. Что? Тарелка брокколи? Нечестно. Это не подходит к моему торту. Ах, гадость. У меня и так тут сосиски. Ладно, просто разложу по торту. Может, сюда? Еще сюда? Ну, ладно, выглядит не так плохо. А куда такую большую? Не осталось места. Что? Придется. Ладно, давай. У меня будет посыпка из брокколи на торте. Вот так. Нажму-ка я снова. О, шоколадные палочки с орехом. Обожаю, они очень вкусные. Съем-ка я одну прямо сейчас. Вкуснотища. Пора браться за торт. Здесь мне понадобится линейка. О да, я так и думал. И здесь измерим. А теперь проверим длину палочки. Да, мой план должен сработать. Я снова прикреплю их по краю, но на этот раз под углом. Класс, мне правда нравится. Осталось две, сейчас я их съем. Эй, можно мне одну? Конечно, бери. Как вкусно. Нажмем на кнопку. О, карамельный соус. Это будет здорово. Как достать его из бутылки? Тебе понадобится это. Попробуй. Класс, спасибо большое. Ладно, попробуем. Ого, он втягивает карамель. Теперь выдавим ее на торт.
Супер! Шприц был отличной идеей. Ладно, теперь я. Ну, конечно, конечно, мне попалась горчица. Как я не люблю горчицу. Ну и запах. Но я хочу красивый тортик. Вот так, совсем капельку. Ну уж нет, так не пойдет. Нужно больше. Дай сюда, я покажу, как надо. Торт крутится, спираль из горчицы рисуется. О да, вот об этом я и говорю. Вот так. Хорошо, что я тебе помог. Но теперь горчица повсюду. Может, мне еще повезет. Ну, конечно, почему бы не добавить икры? Просто положу ее в центр. И еще немного сюда. Вот, это все. Моя очередь. Мне попалась кукуруза. Ладно, буду украшать. Горку кукурузы сюда. Сделаем аккуратное кольцо на торте. Ну, вот и все. Продолжим. Банка фасоли, да ладно. Пусть так, что есть, то есть. Открою банку. Посмотрим, с чем мне предстоит работать. Фу, мне это совсем не нравится. Обожаю, дай мне фасоль. Что? Бери, пожалуйста, если хочешь. Спасибо, я возьму одну штучку, тебе же еще нужно украшать торт. Как вкусно. Серьезно? Нет, точно нет. Просто вывалю все сверху на торт. А мне ведь нравился мой торт. Теперь мне твой торт нравится гораздо больше. Нажимаю. Да, сладкая вата, моя любимая. Попробуем совсем чуть-чуть. Как же вкусно, просто тает во рту. Пора добавить ее на мой торт. Немного сюда и немного сюда, как будто облака. Да, мне очень нравится. Интересно, что дальше? Да, мне снова повезло. Шоколадные яйца, они идеальны. Одно положим сверху. Стоп, лучше я его раскрашу. И посыплю тортик крошками. Да, так я и хотела. Теперь второе, разделим его на половинки и положим сверху. Моя очередь нажимать. Тебе попались шоколадные яйца, а мне обычные. Я сделаю, как ты, раскрашу. Не получается. О, есть идея получше. Я сделаю небольшое углубление в фасоли с помощью яйца. А теперь разобью. Вот так, фасолевое гнездо для яйца. Кстати, симпатично. Давай нажмем вместе. О нет, кажется, украшений не осталось. Мы все использовали. Честно говоря, мы неплохо справились. О да, торты, на удивление, хороши. Яйца смотрятся лучше всего. Ну что, готов к следующему шагу? Пора попробовать, что у нас получилось. Я возьму кусок прямо из середины. О, нет, 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 выглядит ужасно. Я готов. Не может быть, вкусно. Лучше из того, что я готовил. А мне нужно попробовать мой. Возьму прямо из середины. Я даже рада попробовать этот торт. Тут есть и странные, и вкусные ингредиенты. Ну ладно, попробую. Вкусно? Нет, мерзко. Гадость. О, интересно, что это такое? Давай, открывай. Красная кнопка? Я надеялась на что-то более вау. Давай нажмем на нее. Стоп! Что? А где твой дух приключений? Мы не знаем, что она делает. Давай! Нет! Остановись! Это было очень плохо. Вау, какое богатое воображение. Не волнуйся, я уверена, что все будет хорошо. Вот так. Торт! Ю-ху! Видишь, все хорошо. Выглядит аппетитно. Я люблю сладкое. Подожди, не так быстро. Кнопка? Да, конечно. Мне нужно на нее нажать? Давай. Пожелай мне удачи. Я думала, что что-то произойдет. О, это похоже на игру. Где она остановится?
Конфеты! Мои любимые! Это великолепно! Смотри! Вау! Класс! Я положу их на свой торт. Он будет таким красочным. Скорее бы попробовать. Выглядит потрясающе. Вау, это лучше, чем я думала. Он такой воздушный. Отличный выбор. Ладно, моя очередь. Пожалуйста, пусть мне попадется что-то хорошее. Я так нервничаю. Серьезно, соленые огурцы? Это несправедливо. Я попробую. Я положу его сюда. А, ладно. Хрустит. А, ну и гадость. В следующий раз тебе точно повезет. Давай крутить колесо. Надеюсь, это будет что-то хорошее. Ха, ты это заслужила. А, почему? Где она? О, авиапочта. Ну и дела. Торт и горчица. Фу. Ладно, нужно с этим покончить. Вау, как остро! Мне так страшно. Я смогу. Ладно, неплохо. Оу, это кошмар. Что же, таковы правила. Сделаем это. Ну же. О, да, отлично. Юху, то, что я хотела. Их так много. Вкуснятина. Это будет здорово. У меня уже слюнки текут. Ням. Я хочу все. Они мягкие. Я чувствую, как они лопаются. Эй, я тебя вижу. Фу, как ты можешь это есть? Надеюсь, у меня ничего подобного не будет. О, нет. Это ужасно. Я одна это вижу. У меня для тебя подарок. Ну и ну, спасибо. Это кровь? Что мне с этим делать? Я... Что-то мне нехорошо. А-а-а. Да, в первый раз со мной такое тоже было. Ты будешь это есть? Что? Я могу дотянуться. Она же просто испортится. Ладно, что дальше? Что? Нет. Что угодно, только не это. Нет, я умоляю вас. Чеснок. Это что, шутка такая? Он чувствует мой страх. А, как человек может это есть? Может, нужно только быстро лизнуть? Подождите, мне нравится. Можно я буду первой? Вперед! А? Пустой стакан? Что происходит? А что у тебя? А, сейчас узнаем. О, посмотри! Что? Не может быть! Так нечестно. Но я не виновата. Мне нужно еще кое-что. Я всегда ношу блендер с собой. Никогда не знаешь, когда он тебе понадобится. Мороженое. Клубника такая сочная. Привет, подружка. Не делай так. Вперед. Молоко. Отличный выбор. Уходи. Мне нужно сосредоточиться. Включаю. Все, я ухожу. Сейчас. Ага. Вкусное свежее угощение. Оу! Я очень надеюсь, что никто этого не видел. Нужно идти на урок. Мне понадобится эта книга. Серьезно? Ничего? Что я делаю не так? Вау, я люблю это шоу. Не может быть. Настало мое время. А? Апчхи! Пора улетать. А, подождите. Это летучая мышь? Убирайся отсюда. Ладно, все пошло не по плану. Эй, как дела? Ты такая грустная. Нелегко быть вампиром. Я так хочу пить. Это проблема. Может быть, я могу тебе помочь? Подожди, я знаю, что делать. Я приготовлю вкусный коктейль. Я добавлю немного зубов. Коктейль должен получиться вкусным и освежающим. Теперь газировка. Посмотрите на эти пузырьки. Мне понадобится красный пищевой краситель. Я наполню эту маленькую миску. Какой насыщенный цвет. Это прекрасно. Теперь я наполню этот шприц. Вампир будет в восторге. Думаю, достаточно. Я положу это в стакан. Вот так. Вау, посмотрите. Кажется, готово. Ой, чуть не забыла про соломинку. Та-да! Я приготовила это для тебя. Что? Правда?
Это так мило! Ты лучшая! Ладно, мне пора. У меня голова кружится. Почти готово. Вот так. Я налью напиток в стакан. Выглядит так аппетитно. Я знаю, что будет вкусно. Но я не закончила. Сверху я добавлю сливки. Коктейль становится все лучше и лучше. Теперь мне нужна посыпка. Выглядит очень красиво. И вишенка на торте. Вау, это похоже на произведение искусства. Посмотрите на этого единорога. Я его обожаю. О, очень стильно. Зацени мой напиток. Вау, потрясающе. Как ты его приготовила? Неважно. Это семейный секрет. Давай пробовать. Вау, это лучшее, что я пробовала. Очень вкусно. Вы готовы к первому челленджу? Это вкусная лапша рамен. О, эй, смотри! What? Я люблю лапшу! А? И что мне с этим делать? Я думала, ее не нужно готовить. А можешь мне помочь? Я что, все тут должен делать? Окей. Воу, ты тоже это видишь? Как ты это сделала? Это мое! Отдай! Нет, ни за что! Не могу поверить, что ты это сделала! Эй, кто первый успел, тот и съел. Ладно, приготовлю свой рамен. Положу и другой брикет в чайник. И включу разогрев. Это необычный способ готовки, но он работает. У меня уже текут слюнки. Только зацените эту лапшу. Она готова. Не терпится попробовать. Но чего-то не хватает. Какая веселенькая сосиска. Ха, да уж. Но не стоит играть с едой. А, да ладно, это круто. Так хочется ее съесть. Нужно что-то придумать. Это не сработает. Почему все так трудно? Сухая лапша – это не дело. Я не знаю, что делать. Теперь мне стыдно. Может, смогу помочь? Эй, Тина! Пс! Ну, что еще? Погляди-ка. Это можно использовать для твоей лапши. Правда? А? О, какая тянучая сопля. Окей, приступим. Положим сверху немного салата. Прямо словно бургер делаю. Оставлю ее на потом. Эй, время закончилось. Фу, еле успела. Не идеально, но сгодится. Что это ты сделала? Смотрится не очень. Я получаю очки за попытку. Нет, погляди на блюдо Эвы. Она приготовила лапшу. Похоже, я выиграла этот раунд. А теперь голубика. Вкусная, сочная и полезная. О, классно. Ого! Постойте, для чего эта кнопка? Я точно не знаю. Дэвид, что это такое? А? Откуда это взялось? Я не больше вашего понимаю. Попробую ее нажать. Вот так. А-а-а! Змея! Ах, какая милашка! У меня была такая же на ферме. Иди сюда, малышка. Вот, посиди здесь. Ничего особенного. Окей, моя очередь. Поехали! Поглядите-ка, это скалка. Интересно, что с ней можно сделать? Кексы? Пожалуй, нет. О, я что, вижу твои мысли? У меня есть суперспособности? Я пытаюсь думать. О, пирог с голубикой. Отличная идея. Для начала раскатаем тесто. Нужно, чтобы слой был ровным. Теперь сделаем кружок. Нам нужно превратить его в решетку. И я знаю быстрый способ. Использую вот это, чтобы вырезать квадраты. Так будет гораздо легче. И кладем ее на пирог. Так аппетитно. Не терпится съесть кусочек. Воу, просто невероятно. Сама не верю, что я это сделала. Я плохо выгляжу на твоем фоне. Попробуем еще раз. Пожалуйста, только не змея. Там что-то плохое? О, это Пупит. Я знала, что все будет окей. Но что мне с ним делать? Можно поиграть, пока я ем ягоды. Постойте, есть идея. Наполним Пупит ягодами. И нальем сверху питьевой клубничный йогурт. Такой густой. Нужно, чтобы он полностью закрыл ягоды. Достаточно. Теперь добавим посыпку. Она такая яркая. И очень вкусная. А сейчас заморозим. Выглядит отлично. Совсем как мороженое. Только это еще и Пупит. Неплохо. Нет. А, я все сломала. Упс. Бедная Тина. Я знаю, что делать. О, нет. Я случайно порвала свой пирог. Я такая растяпа. Как у тебя получилось? Так
Такое бывает. Ну ладно. Спасибо, Эва. А? Что происходит? Простите, я уснул. Что такое? Что случилось с пирогом? Я споткнулась. Пока ты спал, много всего произошло. Есть только одно честное решение. Вы обе проиграли. Подумаешь, будто для нас это важно. Хочешь попробовать? О, да, пожалуйста. А я съем кусочек пирога. О, как вкусно. Придумывать челленджи – тяжелый труд. О, есть идея. Вот вам. Минутку. Так-то лучше. Следующий ингредиент – клубника. Давай вместе. Вперед. Ух ты, они такие сочные. Попробую немножко. Ммм, какая вкуснота. Они такие свежие. Эй, стоп. Не могу удержаться. Тебе нужна шоколадная паста. С ней будет еще вкуснее. Берем клубнику и кидаем ее в шоколад. Теперь берем ложку. Поверь, тебе понравится. Мне нужно работать шеф-поваром. Ах, да ладно. Это нечестно. Дай мне. Сейчас что-нибудь сделаем с этой клубникой. Для начала разрежем ягоды пополам. Оставим пока на тарелке. Я наполнила шприц шоколадной пастой. Нанесем пасту поверх клубники. И еще добавим голубику. Нужно сделать из шоколада полосу. И несколько точек. Со шприцем это очень легко. Они похожи на божьих коровок. Такие милые. Даже жалко их есть. Очень умно, Эва. Постой-ка. Нужно это сфоткать. Настоящий шедевр. Вау, это была крутая идея. Я тоже хочу. Они мои. О, какое наслаждение. Ну правда, можно попробовать. Сделай себе свои. Ты такая жадина. Что же мне делать? Это непросто. Минуточку. Есть идея. Возьмем деревянный шампур и нанижем на него клубнику. Теперь сделаем на ягоде надрезы. Вот так, только до середины. Теперь повернем и сделаем еще один надрез. Идеально! А сейчас берем взбитые сливки, помещаем носик внутрь ягоды и выдавливаем. Время добавить посыпку. Она прилипнет к взбитым сливкам. Выглядит здорово! Что думаешь, Дэвид? Очень круто, а? Я ими реально горжусь. Вау! У меня аппетит разыгрался! Они классные, Тина! Правда? Гляди, Эва! Молодец, Тина! Очень вкусные! Да, ну и эти тоже! Минуту! О, я все съела! И это конец раунда! Но! Эва, Эва, Эва! Что ж, тут решение простое! Победила Тина! Я так и знала! Я лучшая! Извините, я тут кое-чего жду. А, наконец-то. Вот следующий челлендж. О, это будет интересно. Давай начнем. О, да ладно. Одна картофелина. Вау, куда ты? Серьезно? Она реально любит картошку? Вот так. Все окей. Ты с ума сошла? Хорошую картошку выкидываешь. Съем это на ужин. С тобой явно что-то не так. Что бы с этим сделать? Я знаю, очищу ее. Затем надену на деревянный шампур. Теперь сделаю на картошке надрез. И буду крутить ее вот так. Дальше аккуратно расправлю. Вуаля, картофельная спираль. Положу ее на тарелку с зеленью. И полью оливковым маслом. Вот так, тонкого слоя масла достаточно. Теперь начинаем готовить. Вышло изумительно. Ну, это что-то новое. Признайся, тебе завидно. Не терпится попробовать. Мне тоже. Отличная работа, Эва. Ну вот, теперь мне нужно спасать положение. Думай, думай. Тут должно быть что-то подходящее. Нет, не то. Что ты делаешь? Не выбрасывай это. Картофельные чипсы? Постойте, они сгодятся. Нужен только гарнир. Неплохо. Вау, смотрится круто. Да ну, серьезно. Ты не особо старалась. Не нравится, а? Что ж, начнем все сначала. О, придумала. Мне нужны чипсы и кастрюля с кипятком. Помещаем чипсы в кипяток и даем им размякнуть. Немного перемешаем. Чипсы размягчаются и превращаются в массу. Стало похоже на картофельное пюре. Теперь можно выключить плиту. Вот это другое дело. Добавим сверху зелени. Так-то лучше. Здорово, Тина.
Что? Как ты это сделала? Ты настоящий кухонный гений. Что ж, наверное. Интересно, кто выиграет этот раунд? Это буду я. Оба блюда аппетитные. Итак, объявляю ничью. Вы обе заслужили бал. Да, а потом я получил карты в лицо. Упс, извиняюсь, это моя мама. Тема нового челленджа – яйца. Да! Что мне делать? Тут может быть нелегко. Упс! Глазам своим не верю. Притворись, что ты этого не видела. Это яйца, они хрупкие. Кажется, есть идея. Надо глянуть в поваренной книге. Что? Это не по правилам. Эй, достань себе свою. Достань себе свою. Может, мне она и не нужна. Просто использую телефон. Посмотрим. Нет. Ага, вот что мне нужно. Куплю это. Почему ты такая радостная? О, как быстро. Не терпится открыть. Зацени-ка вот это. Жутковато. Эва. Тина. Зачем ты это сделала? Это было весело. Надо начинать готовить. Положу в форму в сковородку. Я отделила белки от желтков. Добавлю белки в форму. Оставлю секцию для глаз пустой. Сюда мы зальем желток. Вот так, осторожно. А теперь второй желток. Осталось приготовить. Думаю, достаточно. Вот и все. Вау! Смотрится здорово. Эва, ты это видишь? Невероятно! Ничего, я еще могу победить Тину. Сперва возьмем блендер. Погоди, что ты делаешь? Разобью яйца в блендер. Ого, у нее так легко получилось. Нужны еще ингредиенты. Вот лук, зелень и помидоры. Вот так, смотрите. Думаешь, я испугалась? Кладем все это в блендер. Щекочу, щекочу. Прекрати. Да ладно, ты чересчур серьезная. Кладем зелень. Ах, понюхай-ка. Пахнет луком. Ну вот, теперь у меня слезы. У меня есть супер острый соус. Ну уж нет. Сейчас будет горячо. О боже, это точно перебор. Ничего подобного. Пора включить блендер. Нужно, чтобы вышла однородная масса. Выглядит отлично. Осталось приготовить. Мне понадобится сковорода. Эва, не думаю, что это хорошая идея. Расслабься, все будет окей. Я так не думаю. Я сейчас вернусь. Куда это ты? Что она делает? Все под контролем. Это что, дым? Эва, ты в порядке? Разумеется. Посмотри-ка. Пахнет чудесно. Вы издеваетесь? Смотрится изумительно. Дэвид, давай же, я должна выиграть. Ну, не знаю, Эва. Оба блюда хороши. Я принял решение, снова ничья. Да, я победила. В смысле, ничья. Поздравляю. Так есть хочется. О, ну конечно. Наш следующий челлендж – бургер. Обожаю бургеры. Поехали. А, должно ведь быть мясо или что-то типа того. А здесь только булочка. Ого, серьезно, челлендж? Мне нужно позвонить. Алло? Кому она звонит? Да, спасибо. В эту игру могут играть двое. Мой верный телефон. Не выхожу из дома без него. Алло? О, сейчас. Алло? Какой отстой. А где мой заказ? А, вот и он. О, ну да. Вот. О, смотрится классно. Еще? Забирай. Не минуты покоя. Ах да, челлендж. Посмотрим, что тут у нас. Пахнет здорово. Только поглядите, идеальный бургер. И доставлен вовремя. Намного лучше, чем готовить. С этим трудно соперничать. Что же мне делать? А вот и помощь. А? Что это? Это для вас. Ты платишь молоком? Разве так можно? Зацените, сколько всего. Это мне не нужно. И это... Эй, осторожно! Хватит! Стоп!
А, вот это пригодится. Положим лист салата на булочку и добавим еще несколько слоев. А, не хватает мяса, но смотрится хорошо. Ух ты, как аппетитно! Выглядит классно, а? Да, но у меня-то настоящий бургер. Что скажешь, Дэвид? А? Что? Мне нравятся оба. Трудно выбрать. Даже не знаю. Прости, Тина. Думаю, выиграла Эва. Серьезно? Вау, спасибо! Хорошая работа. Поверить не могу. Эй, как вам мое платье? Такое милое. Оу, неплохо, наверное. Неплохо? Это все, что ты можешь мне сказать? Ну ладно, начнем с первого задания. Челлендж с платьем. О, маршмеллоу, мне уже нравится. Меня от этих цветных конфеток тошнит. Мне нужно что-то, что будет подходить мне по духу. У меня есть черная помадка, из которой можно что-то сделать. Я начну мастерить платье. После того, как я сделала основу, можно добавлять детали. Можно воспользоваться вот таким инструментом. Теперь мне понадобится другой цвет. Я скатаю из помадки колбаску, а ножом отрежу нужное количество. Вот так. Достаточно. Теперь с этим можно работать. Нужно сделать что-то вроде бахромы внизу. Теперь мне снова понадобится черное платье. Из помадки я сделала ткань. Я добавлю еще одну деталь. А также пуговицы и текстуру. Получается неплохо. Теперь мне понадобится белая помадка. Я раскатаю ее в тонкий пласт. С помощью ножа я вырежу нужную деталь. Лучше крепко придерживать материал, потому что с ним сложно работать. Вот так получился белый воротничок. Мне снова понадобится бежевая помадка. И мой нож. Я смастерю руки, ладони с пальцами. Теперь их нужно закрыть рукавами и добавить белую полоску внизу. Пора присоединить руки к туловищу. Руки будут скрещены, мне так больше нравится. Признаюсь, что эту голову я украла у куклы. Идем со мной. Сейчас ты украсишь торт. Все готово. Теперь можно добавить эти жуткие маршмеллоу. Зато они нанизаны на шпажки. Это мне нравится. Нужно заполнить все свободное пространство маршмеллоу. Чего-то не хватает? Ну, конечно, черные краски. А, как же сложно надевать это платье. Еще и рукава узкие. Ла-ла-ла, что же мне сделать? Не могу выбрать. Нужно просто следовать зову сердца. А, я зацепилась когтями за ткань. А, мне это не нравится. Итак, мы закончили. Что за? Как это попало на мои когти? Время вышло. Давайте посмотрим, что у вас получилось. Что же, не так мрачно, как мне хотелось, но вот мой торт-платье. Я использовала маршмеллоу, как вы и сказали. И о чем я только думала. Очки совершенно не сочетаются с этим платьем. Посмотрим, что у тебя получилось. Ага, чтобы четко видеть мир, очки надеть все-таки придется. О боже, какая прелесть. Ну разве она не милашка? Она не милашка, а воплощение зла. О, ну, хотите горячего какао? Нет, извини. Так не пойдет. Победила Wednesday. Это было очевидно. У тебя получился потрясающий торт. Я так рада. О-о-о-о! О, да, зацените ритм. Стоп, что это? Мышь? Невероятное веселье. А следующий челлендж когда будет? Пошел прочь, мерзкий грызун. Фу, ну вот. Итак, вернемся к делу. Темой следующего задания будут мыши. Мыши? Серьезно? И что мне с этим делать? А вот и рабочий материал. Кажется, у меня есть идея. Этот примитивный чеддер мне совершенно не нужен. У меня есть кое-что получше. Потрясающий аромат сыра с голубой плесенью. Ну что же, можешь развлекаться со своим вонючим сыром. Я приступаю к работе. Итак, у меня есть желтая помадка. Нужно немного ее размять, а затем раскатать с помощью скалки. Пласт должен получиться довольно тонким. Теперь мне нужно вырезать в помадке дыры. Идеально. Все так просто. Можно сделать отверстия разных размеров. Теперь можно выложить кружочки на сыр. Оу, очень мило.
Теперь нужно заняться глазурью. Хочу обвести тортик по контуру. И кружочки тоже. Все большие и маленькие. Да, о боже, этот сыр будто бы из мультфильма. Но это еще не все. С помощью желтой глазури я нарисую небольшие точки и линии. Нужно работать медленнее, чтобы линии получались ровными. Ну вот, прекрасно. Поверить не могу, так красиво. О, а вот и Уэнсдей. Снова работает с черным цветом. Ого, я так быстро справилась со своим заданием, потому что ты забрала скалку. Теперь можно покрыть сыр черной помадкой. И все готово. Наслаждайтесь, это вам. Оу, мне? Что же, не откажусь. Давай я возьму тарелку. Торт выглядит очень аппетитно. Я попробую кусочек. Да, попробуйте. О боже! О нет! Это же сыр с плесенью! Я не потерплю глупых розыгрышей. Уэнсдей, ты дисквалифицирована. Пока, Уэнсдей. До встречи когда-нибудь. Это было жутко. О, ты кто? Уэнсдей. Понятно. Итак, что же? Уэнсдей вернулась, значит, мы можем продолжить. Она что, постоянно что-то мешает в кастрюле? Что это за запах? О нет, горим. Нет, прекрати. Что же мне делать? Тут становится тяжело дышать. О боже, у меня сейчас случится нервный срыв. Попыт, он точно поможет мне успокоиться. Эй, секундочку. Это же отличная идея. Мы с этим справимся. Вот, это ваши основы для торта. И что же мне использовать? Рука не годится. Череп? Точно. Мне пригодятся его глаза. Поверить не могу, что ты собираешься приклеить на свой торт глаза. Это слишком даже для тебя. Я придумаю что-нибудь повеселее. Мне понадобятся сливки и белый шоколад. Я смешаю их и заполню смесью силиконовые формочки. Это очень просто. Идем дальше. Я добавлю пару капель пищевого красителя и перемешаю все с помощью зубочистки. Не обязательно, чтобы цвет был однородный. Мне нравится то, что получается. Теперь можно отправлять форму в холодильник. И вуаля, все готово. Можно начинать украшать торт. Получается радужный попыт, но он еще и съедобный. Глупая плита! О, ну и что мне делать? О, отлично, еще попыты, они должны помочь. Может, мне немного прогуляться? Нужна еще парочка глаз для моего торта. Отлично, я так и хотела. Ох ты, какой тут беспорядок. Выглядит так, будто кто-то устроил здесь пожар. Итак, покажите мне свои торты? Вот, мой получился очень ярким. Смотрите. Отлично, Иннет. Что? Ей понравилось это цветное недоразумение? Я покажу ей, что я об этом думаю. Мой торт будет сниться тебе в кошмарах. О, Уэнсдей, ты перегибаешь палку. А знаете, вы обе отлично справились. Ура! Мы обе победили! Больше всех повезло черепу, который не видит твой торт. Ну, как скажешь. Интересно, мне идет синий? Может, примерить? Ого, откуда это взялось? Фу, слишком ярко. Терпеть этого не могу. Извини, зато у меня появилась идея. Радуга. Нет, меня сейчас тошнит. Оу, она ушла. Что же, я к радугам отношусь прекрасно. Ее правда начинает тошнить из-за этого? Медсестра, я видела радугу. Они собирались заставить меня ее делать. Мне понадобится цветная помадка. Я смешаю ее, чтобы получить желаемый оттенок. О, почти готово. Она так здорово тянется. И с ней очень весело работать. Итак, цвета я выбрала. Теперь приступаем к формовке. Мне нужны будут не шарики, а тонкие длинные линии. Так радугу сделать намного проще. Соединяю их и изгибаю в форме арки. Ах, выглядит уже очень мило. С помощью ножа можно убрать излишки. Где мой торт? Отлично, он такой красивый. А будет еще лучше. Ух ты, торт очень высокий. Отлично, моя радуга. Сочетание цветов необычное, но это мне и нравится. Я прикреплю ее прямо вот сюда.
Еще у меня есть белая помадка. Из нее я хочу сделать облака. Смастерить их проще простого. Ух ты! Получилось так мило! Теперь нужно распределить их на торте. Мне снова понадобится белая помадка. Нужно раскатать из нее тонкий пласт. С помощью ножа я вырежу нужную форму. Торопиться не стоит. Да, у меня получился единорог. Осталось добавить только парочку деталей. Я обведу голову по контуру. Единороги любят быть в центре внимания. Еще немного и идем дальше. Нужно не забыть дорисовать челюсть. И глаза с длинными ресницами. И теперь моя любимая часть – грива. Она будет такой яркой. И, конечно же, нельзя забывать о его роге. Но это еще не все. Мне снова понадобится помадка. Достаточно. Я взяла форму для печенья. С ее помощью я сделаю звездочки. Отлично. Ну а я сделаю их еще лучше с помощью блесток. Съедобные блестки смогут украсить любой десерт. Мне подойдут золотые. Пора украшать торт. Хочу, чтобы все было равномерно. Какие сияющие звездочки! Мне нравится. И, конечно, единорог и радуга не менее прекрасны. Как и пушистые облачка. Отлично, мой торт готов. Ох, Эннет, у тебя получился восхитительный торт. Слушай, Уэнсдей, я знаю, как решить твою проблему. Надень эти очки и не будешь видеть цвета. Все будет черно-белым, нужно попробовать. Прекрасно, теперь я чувствую себя намного спокойнее. Большое спасибо. Удачи с твоими радугами. Оу, ты вернулась? И ты в солнцезащитных очках? Тут происходит что-то странное. Но я сделаю вид, что ничего не вижу. Кажется, нужно объявить победителя. Посмотрим. И это Wednesday. Ха-ха, шучу. Она даже торт не сделала. Конечно же, победила и нет. Ура! Единороги и радуги – залог успеха. Итак, какой же торт выбрать для финала? Придумала. Может, он будет похож на вас? На нас? Серьезно? Да, вы должны сделать торт вместе. Что же, легко сказать. Инструменты при мне. Я готова начинать. Ты права, хватит жаловаться. Нужно работать. Мне всегда нравилось рисовать цветными карандашами. Я пользуюсь только простым карандашом. Ты, как всегда, Wednesday, а я вот рисую кексик. Они такие разные. Интересно, что из этого получится? Итак, я придумала свой дизайн. Я тоже, только мой намного ярче. Но думаю, этим уже никого не удивишь. Теперь мне понадобится шоколад. Ух ты, выглядит аппетитно. А я возьму взбитые сливки. Еще мне нужно нагреть сотейник. В нем я растоплю шоколадную крошку. Этого будет достаточно. Нужно постоянно помешивать шоколад, чтобы он не пригорел. Достаточно. Шоколад растаял, можно убирать его с огня. А теперь я вылью его в форму. После этого шоколад должен застыть. Теперь можно вынимать его из формы. Нужно делать это осторожно, чтобы не сломать шоколад. Ну вот, получилась шоколадная миска. Держи, Иннет, твоя очередь. Спасибо, подружка. Я наполню эту миску разными вкусностями. Например, своими любимыми маршмеллоу. И, как и обещала, взбитыми сливками. Я просто покрою ими маршмеллоу. Вкуснятина. Теперь шоколадные конфеты с арахисом. Положу их вот сюда. Так ярко. Мне нравится. Думаю, этого достаточно. Возвращаю все тебе, Wednesday. Пока ты была занята, я сделала еще одну полусферу. Ух ты, какая ты молодец. Кажется, они отлично сработались. Wednesday, а что ты делаешь? Нужно нагреть проволоку, чтобы проткнуть ею шоколадный шар. А вот теперь я могу зажечь наш бенгальский огонь. Он может взорваться в любую секунду. Отлично, обожаю огонь. Ух ты, как красиво, будто праздник какой-то. Стоп, а это не взорвется? Нет. Бум! О, только не это! О, фу, все в порядке. Ха-ха, забавно вышло. Иннет, держи приборы. Спасибо, Wednesday, пора поесть.
Кулинарные челленджи – это, оказывается, весело. Теперь я могу попробовать этот вкуснейший шоколад. И я! Мне нравится. А еще здесь взбитые сливки, конфеты и маршмеллоу. Вы доказали, что можете работать вместе. А значит, победили обе. Я вас поздравляю. О, точно. Никаких объятий. Я забыла. Ладно, посмотрим, что здесь. О, идеальное золотое пирожное. Золотой крекер. Тут не хватает дизайна. Алло, да, мне нужна помощь. Привет, надо сделать как-то покруче. Спасибо. Все понятно, минуточку. Вот так. Это должно помочь. Отлично, так и впрямь гораздо лучше. Пожалуйста. Спасибо. Что такое? Как она смогла сделать тарелку красивее? Что ж, надо и мне что-то придумать. Я тоже могу кое-кому позвонить. Эй, как дела? Целый доллар? Вау! Держи, желаю повеселиться. Что можно сделать с банкой взбитых сливок? Постойте, есть классная идея. Вот так, выдавлю через дырку в крекере. Вуаля, идеальная мини-горка сливок. Ого, это интересно. Итак, посмотрим, чей десерт окажется лучше. Вот этот смотрится круто. Попробую сначала его. Очень вкусно. А теперь что у нас здесь? Ух ты, они оба классные. Вы отлично постарались. Ему понравились наши десерты. Можно я первая? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Да, отлично. Бананы, палочка от мороженого? Что мне с этим делать? Ха, ну ты рада, что открыла первой. Минутку. Я придумала. Зацени, банан на палочке. О, прямо слюнки потекли. Надо взглянуть, что у меня. Ха, банка жидкой карамели и еще обсыпки. Нет, с этим я не буду возиться. Мне помогут бумага и ручка. Что ты там делаешь? Письмо кому-то пишешь? Готово! Маленький самолетик. Подождем чуть-чуть. О, здесь так холодно. О, что это? Окей, понял. Возьмемся за работу. Готово! Идеальный ледяной бриллиант. Приделаю его к этому рожку. Выглядит здорово. Пора доставить заказ. Вау, ну и путешествие. Эй, эй, пока мы ждем, можно взять твою карамель? Что? Эту штуку? Бери, она мне не нужна. Круто, окей, что теперь? Придумала, нальем ее в чашку. Обмакнем банан в карамель. О, выглядит чудесно. Так и хочется попробовать. А теперь обмакнем еще и в обсыпку. О, с обсыпкой вид еще лучше. Глазам не верю, да чего классно. Все равно это обычный банан. Наконец-то мой заказ. Какая гадость. Что это такое? Это совсем не то, что я хотела. Теперь мой десерт точно победит. Всего один десерт? Зато аппетитный. А ну-ка. Да, объедение. Ура, ему понравился банан. Ладно, в этот раз я первая. Ничего себе! Это гигантский пончик. Думаю, для декора пригодится вот это. Помещу маленькое вот тут, а большое здесь. А теперь возьму цветную глазурь. Эй, помоги мне! Возьми красную. Нальем все сюда. Хорошо, этого достаточно. А теперь обсыпка. Они такие красивые и милые. Хорошо, ты готова увидеть следующий этап? Вот так. А сейчас маленькое кольцо. Вау, глазурь покрыла всю поверхность. Почему бы тебе не открыть свое блюдо? Эй, у меня тоже пончик. И все? Просто маленький пончик? Так нечестно.
Ладно, тут тоже есть варианты. У меня есть бусины и недоеденная шоколадка. Может, мне удастся что-то сделать? Сожму ее, чтобы она растаяла. Что ж, а теперь бусинки. По крайней мере, шоколад вкусный. Мой пончик должен быть круче. Нужно что-то еще. Бенгальский огонь. Эй, смотри, что у меня есть. Ух ты, это будет супер. Сейчас сожжем. Спасибо, выглядит просто отпад. На здоровье. Ладно, задую этот огонь. Что? Не получается. О нет, о нет. Ему нужна помощь. Я спасу тебя, Джейк. Воу, ты чуть в меня не попала. Поэтому выигрывает она. Как думаешь, для чего это? Чтобы делать панкейки. Сейчас нарисую пару-тройку форм. А? О, ты просто рисуешь этим еду? Тогда надо и мне этим заняться. Начну с такого вот сердечка. Очень мило. Посмотри, Джейк, это для тебя. Да, я вижу. Смотрится классно. Теперь заполним середину. А мне нравится это занятие. О, что она там рисует? Какашку? Как противно. А что, смешно и мило? Типа эмодзи. Будет очень классно. Осталось только приготовить. Надо заполнить все пустое пространство. Так, хватит коричневого. Теперь нужен белый. Чтобы сделать глазки. И еще ротик. Выходит реально здорово. Я очень довольна работой. О, странные у нее вкусы. А мне нравится. Очень смешно. Так, надо перевернуть сердечко, чтобы пропеклось с двух сторон. Горячо, использую эту лопатку. Готово. Смотрится отлично. Вот, держи. Спасибо. Окей, какашка, сделаем вот так. На старт, внимание. Да, получилось. Вау, по-моему, все прекрасно. Сердечко такое красивое. Ха, какашка очень смешная. Ну, попробуем. Оба десерта вкусные. Мои поцелуи поварам. Да, они ему понравились. Дай 5. Хорошо. Окей, давай откроем их вместе. О, это стейк. Не мое, если честно. Вот, ловите. Приготовьте это для меня, пожалуйста. О, да, прекрасный кусок мяса. Мы размягчим его, чтобы он стал еще лучше. А теперь воспользуемся вафельницей. Да-да, хотя мы и не будем делать вафли. Дадим гаджету время поджарить стейк. Ммм, вы чувствуете этот восхитительный аромат? Этот стейк будет невероятно вкусным. Ура! Я закончила готовить мой стейк. Пожалуй, надо добавить гарнира. Вот так. Выглядит чудесно. Я отличный повар. Что ж, ладно. Думаю, я тоже могу попробовать. Что такое? Смотри, дождь из стейков. О, мы можем приготовить этот стейк для вас. Просто насажу его на шампур. Кажется, готово. Ау! О, у, горячо! А, полагаю, мой стейк готов? Ну и видок. Похоже на кусок угля. О, наши стейки исчезли. О, этот выглядит не очень. Лучше попробую этот. Отрежу небольшой кусочек. Ммм, этот стейк восхитителен. Я сделала его специально для тебя, Джейки. О, думаю, я должен теперь попробовать это. Ох, как мерзко пахнет. Нет, я не хочу даже пытаться. Мне так стыдно. Так тебе и надо. Я хочу открыть первый. Ух ты, какая аппетитная курица-гриль. Вау. О, извини. Что ж, тогда я открою свою. А? У меня яйцо? Желаю удачи. Я знаю, что делать. Использую этот золотой слиток. Думаю, мне понадобится 2. Добавим золотой пыли. Да, теперь у меня золотая курица. Выглядит супер. Попробую это переплюнуть. Хм, что мне делать с этим яйцом? О, я знаю. Мне понадобится свеча. Положу яйцо обратно. Хорошо, теперь нужно просто зажечь свечу. Черт, спичка-то использованная. Ладно, я могу тебе помочь.
Я никуда не хожу без позолоченной зажигалки. Ух ты! Такая красивая! Спасибо! Окей, зажигаем свечу. Идеально! Как раз то, что нужно. Теперь берем яичко щипцами и держим его над пламенем. Что ты делаешь с яйцом? Выглядит отвратительно. Оно совсем черное. Достаточно. А теперь кладем его в стакан. О, смотри! Оно блестит! Вау! Оно стало серебристым! Как ты это сделала? Ну, неважно. Все равно без меня бы ничего не вышло. Оу, они уже у Джейка. Интересно. Пожалуй, начну с золотой курицы. Выглядит нежной и сочной. Здорово! Люблю хорошую жареную курочку. Ура! Ему нравится! Я гений кулинарии! Ладно, пора попробовать это серебряное яйцо. Выглядит реально круто. Не терпится его съесть. Думаю, надо стучать посильнее. О, внутри оно сырое. Его вообще не готовили. Ох, как неловко получилось. Просто обожаю мое колечко. Хватит хвастаться. Открывай. Ха! Там ничего нет. Удачной готовки. О, смотри, пицца. Ну кто теперь смеется? Откроем коробочку. О, такая большая, с пепперони. Ничего себе. Надеюсь, у меня тоже пицца. Ха! Не повезло тебе. Что это? Тут нужно увеличительное стекло. Крошечная мини-пицца, мини-сыр и мини-колбаса. Ух, поверить не могу. Приятного мини-аппетита. А теперь извини, мне пора заняться вот этим. Открою мою шкатулку для украшений. Начну с золотых цепочек. Разложу их поверх пиццы вот так. Класс, уже смотрится здорово. Добавлю красивых брошек и самоцветов. А теперь самое главное. Огромный изумруд. Поместим его в центре, разумеется. Вау, столько украшений на пицце. Что ж, займусь моей. Мне понадобится пинцет. Окей, вот основа мини-пиццы. Положим на нее мини-пепперони. Думаю, все три поместятся. А вот и крошечный сыр. Хорошо, что у меня есть мини-терка. Приступим. Этот сыр в самый раз для маленькой пиццы. И даже еще кусочек остался. Посмотрим. Солнце светит? Да, отлично! Яркое и теплое. И вновь пригодится увеличительное стекло. С его помощью солнце быстро растопит сыр. Только посмотри, уже слюнки текут. Неплохо. Но пицца все равно крошечная. Это еще не все. Вот для нее мини-коробочка. Положу пиццу внутрь и закрою. Обе пиццы отправляются на стол к Джейку. О, похоже, теперь время пиццы. Начну вот с этой, большой. Ха, на ней куча украшений. Просто свалю их сюда. А что такое? Я чуть не съел золотую цепочку. Да ей конца нет. О, эта пицца несъедобная. О, нет, ему не нравится. Окей, откроем эту коробочку. Хе, реально маленькая. Ладно, это лучше, чем ничего. Вау, эта мини-пицца такая вкусная. Да, маленькая да удаленькая. Ух, подумаешь. Хорошо, давай опять вместе откроем. Ух, банкноты и золотые монеты. Обожаю деньги. Ах, как здорово пахнет. А у меня фруктовый джем. Хе, надеюсь, ты довольна. А я займусь покупками. О, целый торт. Неплохо. Что же делать? О, придумала. Посмотрим, сколько у меня денег. Извините, на это можно что-то купить? Вот. Думаю, вам это больше нужно. Ха, он думает, что ты совсем нищая. На, держи. Хорошо, украсим этот торт. Начну с банкнот. Положу их в несколько слоев.
Воу, сколько тут денег. А теперь добавим золотые монеты. О, одна монетка осталась. Она мне не нужна. И последняя банкнота. Готово, мой торт такой классный. Но а у меня есть кусок жареного хлеба. Разве можно его сравнить с моим тортиком? Сейчас посмотрим. Возьмем джем. Пахнет очень даже аппетитно. Окей, берем нож и мажем джем сверху. Сделаю все ровно и аккуратно. Вот, смотрится замечательно. Неужели? Ты это серьезно? Ты с ним ни за что не выиграешь. Что тут у нас? О, похоже на торт. Зачетно. Откушу кусочек. Я не собираюсь есть бумагу. Нет, уберите это отсюда. Но разве деньги могут не нравиться? Что? Всего лишь тост с джемом? Ну, думаю, можно попробовать. Ух ты! Неожиданно! Это самый вкусный тост на свете. Что? Так нечестно. Кушать, кушать, кушать. Как насчет покушать? Так раздражает. Держи, мне кажется, тебе не помешает. Денежки. Да, я не откажусь. Отлично, вернемся к моему шикарному обеду. Золотой бургер с золотой картошкой фри. А, пойдет. Чего-то не хватает. Конечно, как я могла забыть? Селфи. Хэштег золотой бургер. Роскошь. Я слишком голодная для селфи. Что сегодня на обед? Опять? Бургер из бумаги. И волшебная палочка? А? Абракадабра. Ой, куда он делся? Что это было? О, дурацкая палочка. На-ка, получай. Оу. О-оу, она исчезла? Да, заберу ее блюдо. Вкуснятина. Приглашаю в мой животик. Вау, а это вкуснее бумаги. Фу, мусор. Фу, какая мерзость. Ой, ты уже вернулась? Мне нравится твой новый наряд. В смысле? Это что, банановая кожура? Фу, просто отвратительно. Мерзость. Давай я первая. Хорошо. О, скорее бы. О, обожаю, блестящая рыбка. Больк, больк. А, она играет с едой. Больк, больк. Пахнет просто потрясающе. Вкусно, как я и думала. Я просто умираю с голода. Там, наверное, что-нибудь вкусненькое. Откроем. А, удочка ведь несъедобная. Тут какая-то ошибка. Ха-ха, приятного аппетита. Смотри сюда. Я сейчас выловлю что-то вкусное. Фью! Что? Что это было? Халат? Это несъедобное. О, закину подальше. Давай же, как тяжело идет. Что это ты делаешь? Помоги, меня затягивает. Все, держу. Стало легче. Тяни, тяни, тяни. Да, это было жестко. Воу, привет, рыбка. Да, чем тебе помочь? Эй, смотри, говорящая рыба. Очень хочется суши. Спасибо большое. Пока. Пожалуйста, не лови меня больше. Вау! Вкуснятина. Тук-тук. Я еще не наелась. Можно немножко? Почему бы и нет? Спасибо. Как вкусно. Пора подкрепиться. Никого нет? Пс, эй, слушай сюда. А, чего тебе? Смотри, что у меня есть.
Тебе очень хочется спать. Ха-ха, на мне такое не работает. Очень хочется. О-о-о. Ха-ха, получилось. А теперь посмотрим, что у меня. Золотое сердечко. Вау! О, какое мягкое. Ха-ха, пум-пум-пум. Сначала лизну. Вау! Как вкусно! Что-то не так. О, золотое кольцо! Вот это да! А что если... что появится теперь? Сработало золотое ожерелье! Минуточку, а если... снимается, а оно съедобное? Вкуснятина, значит, и кольцо можно. Оно даже вкуснее. Тик-так. Что? Кто? О, ты меня провела. Хорошо, хоть блюдо осталось. И что это такое? Это точно не мое. Дурацкая штука. Что? Что происходит? Вау! Я потрясающе выгляжу. Для вас приглашение, мадам. А? Пока смот. Я знала, я настоящая модница. Пока-пока. Эй, ты куда это? Привет, я вас всех люблю. Внимание! А, чего тебе? Смотри, что у меня тут. Газировка. Смотри. Да. Вот, попробуй. Спасибо, наверное. Получилось. Как так? Какая разница? Важно, какое у меня блюдо. Что? Тут пусто. Не может быть. Ха-ха. Спорим, у меня что-то классное. Это же шоколад. Так, и чем его есть? Половником, лопаткой, ложкой, поварёшкой? Не, можно же руками. Поехали. Но этого мало. Вот теперь в самый раз. Но если добавить еще чуть-чуть... Кошмар! Что происходит с моим блюдом? О-оу, может открыть? Не надо, не открывай! Давайте посмотрим. А? Что за... Ого, золотой шоколад! Вау! Убираем упаковку и... Здесь золотая плитка! Ням-ням-ням! Я чувствую сияние во рту. Взгляни на себя. Что? Зачем это? Нет-нет-нет, зубы стали золотыми. Нет! Да. Что? Мой шоколад. Что случилось? Вау, какая красота! И как блестит! Надеюсь, внутри шоколад? Да! А теперь попробуем. Шоколадные монетки. О, я возьму одну. Вот эту. Не могу больше ждать. Убираем тут и здесь, и потрясающе. Как вкусно! Просто нечто. Ох, я так волнуюсь. Похоже на муку и воду. А у меня золотой слиток. Вау, такой красивый. Попробуем расколоть. Ого, сколько золота. Готово, я сделала золотой капкейк. Невероятно, а у меня только вода и мука. Так нечестно. Я лучше начну готовить. Придется замарать руки. Так, тесто уже готово. Ох, какое липкое. И почему мне не достался золотой слиток? А, у меня идея. Пока она не смотрит, добавлю масло. О, вот она. Минуточку, что случилось с тестом? Она делает вид, что ни при чем, но я-то все знаю.
Ладно, пора возвращаться к работе. С красивой посыпкой должно быть получше. И снова перемешиваем. Кажется, это уже не исправить. Вот и все, что у меня есть. Убери это с глаз моих. Конечно же, побеждает Сара. Да, я победила. Мне 1 балл, а тебе 0. О, вот и новый раунд. Сосиска и огурец. С этим можно работать. Водоросли, лосось и рис. Похоже, я готовлю суши. Что бы такое сделать? Надо просто начать. Здравствуйте. Да, я ищу суши-шефа. Я подожду. Отлично. Вот мои ингредиенты. Вау, вы только посмотрите. Что? Она наняла повара? Ваши суши готовы. Я сделала 2 вида с лососем. Разве это честно? Ну и ладно, я тоже кое-что могу. Сначала отрежем попки. Затем вырежем серединку. Ага, у нас получилось сквозное отверстие, а значит, можно вставлять сосиску. Вот так. Отлично. И нарежем на кусочки. От начала и до конца. Если честно, это очень умно. Видишь, я тоже могу роллы приготовить. Эй, ты что там делаешь? Попробуем. Бриллиант в качестве украшения? Ау! О, нет! Мои зубы! Бриллианты сломали мне зубы! Как вообще можно это есть? Эй! А огурец с сосиской – это вкусно? О, боже! Единогласно! В этом раунде побеждает Лили! Да, я так и знала! Нельзя купить победу, Сара. Итак, поехали. Стой! Сначала я открою. Оу, золотые и серебряные цепочки. Посмотрим, что у меня. Так, сухая лапша. Что бы с ними сделать? Оу, знаю! Просто переложу все в коробочку. Отлично, посмотрим. Конечно, и добавлю туда кольца. Полезайте внутрь, они помогут мне победить. Закрываем. Готово, потрясающе. Как скажешь. А мне что делать? У меня есть электрический чайник. Интересно, он поможет? Ну, хотя бы попробую. Положим сухую лапшу внутрь. И про воду не забудем. Думаю, этого хватит. Закрываем и включаем. Глядите, процесс пошел. Вода так быстро нагревается. О, как классно пахнет. Мои палочки готовы. Ну и ладно, у меня тоже палочки есть. Ха, рамен в чайнике. Это еще что? Золотая цепочка? Это вообще съедобно? Но уж нет. О, лапша просто нечто. Лили побеждает. Да, я вырвалась вперед.
Давай откроем вместе. А? Тут ничего нет. Подожди секундочку. Вау! Ингредиенты для бургера. Спасибо большое. А как же я? Можно мне что-нибудь? Что? А, точно. Это еще что? Только хлеб? Так нечестно. О, божечки. Не продукты, а катастрофа. У меня даже есть черный хлеб. Минуточку. Мне понадобится стакан. Вырежем из хлеба идеальный кружок. Вот так. Здорово. И положим его между двумя другими кусочками. Ну, мне кажется, похоже на котлету. Вряд ли это поможет тебе победить. Сейчас я сделаю настоящий бургер. Кладем салат, потом сыр, котлету и помидоры. Вот так. Идеальный бургер готов. Я точно выиграю. Что такое? И зачем мне кастрюля? А, поняла. Нужно положить внутрь бургер. Гляди, он готовится при помощи магии. О, кажется, все. Вау, он стал золотым. Даже драгоценные камни есть. По-моему, это вообще нечестно. Итак, судим последний раунд. И что это такое? Хлеб? Скорее бы попробовать этот золотой бургер. Ну как? Очень вкусно. Фу, пора голосовать. Мы голосуем за Сару. Опять? Это несправедливо. Какой классный челлендж. Я даже не знаю, зачем я здесь. Деньги и все. Подумаешь. Сыр. Что ж, с этим можно работать. Ага, вот так. К счастью, у меня есть палочки от леденцов. Втыкаем их в сыр и разрезаем его на три части. Окунаем кусочки в яйцо, а затем в муку. И, наконец, в сухарики. Помещаем сыр в горячее растительное масло. Осторожно помешивайте кусок, пока он не станет золотисто-коричневым. Мм, выглядит чудесно. А теперь сервировка. Очень даже неплохо. Дай мне телефон. Упс, извините. Не знаю, за что я тебе плачу. Алло, мне нужна помощь. Что? Я в отпуске. Так бы сразу и сказала. Ясно, пора взяться за дело. Сменим одежду. Я ухожу. Куда ты? Эй, ты мне не мама моя. Я скоро вернусь. Но я же волнуюсь. Ладно, иди. Это так классно. Прямо как в былые времена. Эй, это она? Да. Ладно, ничего сложного. Похоже, она отвлеклась. Пс, давай сюда деньги. Я стою недешево. О, боже. Где твое блюдо? Это проигрыш. Что? Поверить не могу. О, мой сыр, он пропал. Настоящий шедевр кулинарии. Чудесно, пятерка с плюсом. Мне? Ах, спасибо, это нечестно. Мне повезло. 3, 2, 1. Эй, просто шучу. Ладно, откроем вместе. О, золотистый хлеб. Это простая еда, но если включить воображение, может что-то получиться. Что же мне сделать? Тосты? Нет, я даже не знаю, как жарить тосты. Ничем не могу помочь. Ну и ладно. О, кажется, есть идея. Это может сработать. Кладем хлеб на алюминиевую фольгу, добавляем сыр и накрываем другим куском хлеба. Сворачиваем фольгу вот так. Хорошо, что дальше? О, точно, я сейчас вернусь. Зачем я вообще стараюсь? Где же он? Ага!
Ничего страшного, я просто одолжу утюг. Ммм, отличная сосиска. О, я знал, что кетчуп найдется. Что такое? Моя сосиска! Эй, проснись! Я тебя уже предупреждал! Я не ворую сосиски! Не представляю, что с этим делать. Ты гладишь белье? Как я об этом не подумала? Ну, конечно, мои драгоценности. Разумеется, мэм. Мне нужно чаще ходить в спортзал. О! Все такое красивое. Вот эти будут отлично смотреться. Украшу цепочками хлеб. Готовить так прикольно. Золота много не бывает. И это твоя идея для блюда? Последний кусок. Впечатляет. О, мой сэндвич. Нельзя, чтобы он пригорел. Так здорово пахнет. Выглядит невзрачно. О, нет. Не могу его поднять. Слишком тяжелый. Ну что, девочки, покажите ваши результаты. О, вот это да. Отлично. Наконец-то. А что у нас здесь? Несъедобно. Двойка. У тебя нет чувства вкуса. Готово? Вау, сколько маршмеллоу. Ага, всего одна. И больше ничего? Что из этого можно сделать? Так тебе и надо. Это будет реально круто. Помещаем маршмеллоу в вафельницу. Закрываем крышку и включаем. Теперь немного подождем. О, что-то не так? Ну все. Я тебе покажу. Мне нужна микроволновка. И никаких модных гаджетов. Кладем маршмеллоу в микроволновку. И включаем на полную. Не-не. Что это за запах? О, нет. Катастрофа. О, какой ужас. О, ну как же так? Ага, готово. Вау, она стала больше. Какая громадина! Посмотри! Вау! Удивительно! Не могу поверить, я сожгла маршмеллоу. Ты же понимаешь, это поражение. Не переживай. А вот это просто восхитительно! Какая прелесть! Молодец! О, спасибо большое! Да, классно. Интересно, что будет в этот раз? Ух ты! Торт! Обалдеть можно! Ладно, а что у меня? Шоколадный кекс? Отлично! Хочется это съесть! О, мне нужна моя сумочка! О, извините! Спасибо! Нет, это мне не нужно! Как она все это там умещает? Да где же она? А, это тоже не нужно. Она что, только что выкинула айфон? Я пройду тут тихонечко. Ага, я же помню, что она здесь. О! Моя куколка, ты будешь классно смотреться на торте. Ну вот, готово. Это мой счастливый день. Вау, выглядит шикарно. Теперь добавим цвета. Сделаем вот так. И зальем глазурью. Осторожно, только бы не испортить. О, это так интересно. Итак, ты готова восхищаться? Убираю вот это. Вау, ничего себе! Я еще не закончила. Немного волшебства. Та-дам! Как же красиво. Только как мне это переплюнуть? О, я придумала. Стоит попробовать. Добавлю глазурь. Побольше, вот так. Нужно что-то еще. Ммм, обед. Нет, это не нужно. Ха-ха, да чего же смешно. О, глаза пригодятся. Приделаю их к торту. Неплохо. Ну как тебе? Эй, это что, шутка? Тут все ясно без вопросов.
О, это изумительно! Настоящий шедевр! Ты это заслужила! Ура! Я так рада! А это уродство! Какой кошмар! Пожалуйста, сожги его! Но он ведь не так уж плох, верно? По-моему, ты милый. После тебя! Золотые яйца? Я не умею яйца готовить. Что мне с ними делать? Опять все надежды на меня? Попробуйте вот это. О, крутая идея. Даже я с этим справлюсь. Итак, разбиваем яйцо. Ха, получилось. Вау, только посмотрите. Попробую еще раз. Еще одна монета. Надо мне почаще делать яичницу. Интересно, как на вкус? Съем немного. Нужна приправа. Вот так, хорошо. Все еще мало вкуса. Немноговато соли. Будет несъедобно. Оу, что это я? Так, этого я не ожидала. Персики? Йогурт? Думаю, я знаю, что делать. Наливаем йогурт на тарелку. Достаточно. Теперь добавим персик. Вуаля! Вкусная и полезная яичница. И несколько кусочков яблока. Получился чудесный завтрак. Подумаешь. Креативно, оригинально и красиво. Превосходно. 5 с плюсом. Да! Что касается тебя? Я разочарована. Это ужасно. Воу! Джаред, ты не знаешь, что говоришь? Я не знаю, это твоя вина. О, пожалуйста, ну же! Да я ничего плохого не сделал. А это что такое? И зачем мне сок? О, восхитительно. Наверное, пора сменить имидж. Да, мне нравится. Ладно, бабушка. Ты лучше о себе побеспокойся. Ладно, что у меня тут? Ну, ладно. Взбитые сливки? Неплохо. Какой странной формы шар. Разбей его, глупый. Если ты настаиваешь. О, очень здорово. Что теперь? Наверное, пора все смешать. Это весело. Я ужасная бабушка. А теперь пора перейти к муке. Пусть будет дождь. У-ху! Бабушка? Упс, мои зубы, они исчезли. Ты имеешь в виду эти? Да. Как это вообще произошло? Хорошо, что у меня всегда есть запасные. Воу! Вы это видели? Вот, как новенькие, видишь? Вы можете в это поверить? Я знаю. Что такое, правда? Ладно, это интересно. Готовы, начинаем. Зубы я буду использовать как базу. Мне понадобится много взбитых сливок. Хорошо, что у меня есть целая банка. Почти готово. Теперь дело за голубой глазурью. Разве это не прекрасно? Уверен, что и вкусно тоже. И скоро я буду знать это наверняка. И 2 вишенки на торте. Какие вкусные зубы! Ха, поняла? Ну, конечно, это необычно. Но что мне придумать? Я не могу приготовить торт из сока, хотя... Кажется, у меня созрела идея. Да, я знаю. Я начну с бисквита. Нужно покрыть его взбитыми сливками. После этого я положу сверху еще один кусок бисквита. Мне понадобится голубая глазурь. Отлично. Затем я положу сверху еще один кусок бисквита. И возьму розовую глазурь. На этот раз нужно покрыть весь торт.
Но пока это выглядит неаккуратно. Вот тут-то и пригодится мой специальный инструмент. Только посмотрите на это. Осталось добавить синий цвет. Это похоже на цветок, верно? Но я разровняю глазурь. Отлично! Я люблю повеселиться. Даже если речь идет о торте. Разве это не впечатляет? Смотрите! И все это я сделала сама. Это словно маленький оазис на торте. Хотелось бы прямо прыгнуть в воду. О, я не могу в это поверить. У бабушки самые лучшие торты. Мне нравятся. Что общего между этими двумя тортами? Их обоих нужно украсить. Радуга? Я люблю радугу. Так много цветов. О, вау! Хочу посмотреть, что там! Не надо кричать, Джаред! Посмотри! Интересно, что там внутри? Ух ты! Шоколад! Я никогда раньше не видел красного шоколада! Класс! Я могу многое с этим сделать! Например, положить на торт. Я могу использовать много разных цветов. Получается радужный торт. Тут столько шоколада! Я хочу съесть каждый кусочек! Великолепно! Ты видишь эту красоту? А что же мне делать? Посмотрим. Что у нас тут? Думаю, я смогу что-нибудь придумать. И сначала я полью торт красной глазурью. Разве не аппетитно? Мне очень нравится. Какое красивое зрелище. Но зачем останавливаться на красном цвете, когда можно взять еще и голубой? На самом деле я хочу использовать много цветов. Все оттенки радуги. Получается очень ярко. Видишь? Я не уверен. Правда? Получилось плохо? Ну, это потрясающе! О, ты шутник! Только посмотрите на эти потрясающие торты! Я бы съел их все, если бы мог! Только посмотрите на эту забавную штуку! А этот аппетитный шоколад, видите? О, они не идут ни в какое сравнение с моими тортами! Мои шедевры выглядят профессионально, вы согласны? Ну, готов признать, мы оба выиграли этот челлендж! Это точно! Итак, какой торт вы бы попробовали в первую очередь? Надеемся, вы проголодались. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить больше интересных советов и рекомендаций. Посмотрим, что там. Погоди, не спеши. Можно я первый? Ладно, у меня хорошее настроение. Спасибо, дружище. Что? Это что, шутка? Это в прямом смысле кусок картона. И что мне с ним делать? Ха-ха-ха-ха, вот умора. Теперь моя очередь. Так, этого я не ожидал. Позвоним. Да, я хочу сделать заказ. Ого, вот это сервис. Обалдеть. Вы когда-нибудь видели такой бургер? Булочка покрыта бриллиантами. Даже как-то жалко его есть. Но я все равно попробую. Да ладно, это вообще нечестно. Разойдись, если не хотите испачкаться. Полезай ко мне в рот. Как вкусно! Мои комплименты шеф-повару. Я хочу еще. Может, сработает? Мне просто нужно использовать свое воображение. Ты должен это попробовать. Что ты делаешь? Погоди, скоро все узнаешь. Я пока тут ем свой дорогущий бургер. Хорошо, думаю, все готово. Мой собственный мобильный телефон. Надеюсь, я поймаю сигнал. Мне понадобится это. Вуаля! Алло, я хочу заказать бургер. Вот это да, как быстро. А что это такое? Где золото и бриллианты? Это уже совсем не смешно. Как я должен это есть? Ты это видел? Ха, все интереснее и интереснее. Да ну, смотри. Обойдусь и без шикарной еды. Сейчас попробуем. Плохо жуется. Не мешало бы добавить немного приправы. Обалдеть, ты и правда его ешь. Какая гадость! О, не верится, что я это делаю. Вот неудачник. Как сытно. Его еще так много. Может, если представить, что я ем бургер, то я почувствую его вкус? Я больше не могу это смотреть. Эй, вот, держи. Что? Это мне? Не, думаю, я пас. Серьезно? Угощайся. Я настаиваю. Но если ты настаиваешь, спасибо.
Не за что. Мне все равно его весь не съесть. Ммм, как вкусно. На этот раз я хочу открыть первым. Давай. А? Колокольчик? И как я должен это есть? Наверное, надо в него позвонить. Вау! Вы только посмотрите. Спасибо. Это потрясающе. Как много шоколада. Я так счастлив. Ух ты! Я так завидую. С чего бы начать? Думаю, начну сверху и буду двигаться вниз. Обожаю эти яйца. Они такие вкусные. Ну что ж, давайте покончим с этим. Уверен, меня ждет разочарование. Секунду. А? Это что-то новенькое. Ты же не будешь это есть? Эй, вернись! Осторожно! И отличный ловец! Ха-ха! Ага, у меня есть дела поважнее. Надо приготовить это яйцо. Ух ты! Выглядит вкусно. Понятия не имею, как я это сделал. Что ж, это был последний кусочек шоколада. И я ни о чем не жалею. Мне еще нужно открыть пластиковые яйца. Интересно, что там внутри. Вау! Золотая цепь! Потрясающе! Украшений никогда не бывает много. Я буду сверкать. Скорее бы попробовать. Хочу, чтобы все было идеально. Все дело в атмосфере. Кажется, я готов. Мне нужно еще одно кольцо. Я собрал все. Пора их протестировать. Эй, мое яйцо! Вау, и правда сработало. Нет, остановись! На помощь! Мне это не нравится. Где я? Это как альтернативная вселенная. И в ней много яиц. Это так странно. Стой! Кто идет? Говори, ничтожный человек. Привет. Молчать! Ну, ладно, я не уверен, что сейчас происходит. Мне так страшно. Я не хочу туда возвращаться. Это все твоя вина. Ау, мне пора. До встречи. Но... Похоже, я остался один. Ты готов? Всегда готов. Вау, смотрите! Какой стильный фрукт. Ты должен это увидеть. Ух ты, невероятно. Мой банан выглядит несколько иначе. Я бы ни за что не стал это есть. Выглядит и правда отвратительно. Запах аж здесь чувствуется. Фу. Попробуем. Это так. Оу, мне не нравится этот звук. Как больно. Это огромный алмаз. Попробуем еще раз. Ау! Опять! Что, по-твоему, должно было произойти? Кто это придумал? Это просто нелепо. Что же мне делать? О, придумал! Положу банан в горшок. Мне нужна вода. Остальное предоставим матушке природе. Оу, берегись! Что за... Довольно впечатляюще, да? Мне всегда нравилось садоводство. Подождите, это не банан. Как это произошло? Может ударить еще разок? Странно. Оставлю это на потом. Наконец-то! Совсем другое дело. Я бы тоже поел. О, не грусти. Сейчас. Вот, держи. Ты серьезно? Спасибо. Там еще много всего. Свежее не бывает. Кто первый? Дай подумать. Ты. Отлично. Божечки, поверить не могу. Это золотой пончик. Обалдеть. Что может быть лучше? Тебе так повезло. Посмотрим, что досталось мне. О, отлично. Куча мусора. Всегда мечтал. Это отвратительно. Нет, это уморительно. Ха-ха. Серьезно, весь день бы любовался. Я хочу познакомиться с шеф-поваром, который это приготовил. Настоящий творец. Это шедевр. Он такой легкий. А золотистые хлопья просто восторг. Что мне с этим делать? Это же мусор. Подождите. Думаю, это съедобно. Правда, не очень аппетитно. Хотя я мог бы что-нибудь придумать. Тут понадобятся все мои кулинарные способности. Подождите, это шоколад? Он самый. Теперь возьмем эту банку и вырежем круг из хлеба. Все по плану.
И это твой план? Я еще не закончил. Проделаем в нем отверстие пальцем. Это пончик. Очень простой пончик. Но все равно очень вкусный. Тебе бы понравилось. А? Ты что-то сказал? А! Мои глаза! Спрячь свои зубы! Оу! Виноват. В следующий раз предупреждай заранее. Ммм, вкуснятина! Эй, а это может быть полезным. Я смогу видеть в темноте. У меня разыгрался аппетит. А? Что это? Похоже, пир окончен. Наверное, так. Это было весело. Отбей, приятель. Было интересно. Ага, определенно. Воу! Эй, я снова стал собой. Есть только один Мэтью. Два Мэтью могут означать только одно – двойное веселье. У него хороший аппетит. Какое ваше любимое блюдо? Пишите в комментариях. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал. Там еще больше аппетитных роликов.